Бокер тов, дорогие друзья. Доброе утро. Вот уже середина недели. Народ праздновал и отмечал праздники. Мы верим, что Мессия Иешуа, пришедший в этот мир, Он не просто оставил на заповеди. Он говорил нам о том, чтобы мы любили друг друга и мы молились друг за друга. Что бы ни происходило в твоей жизни, знай, что Бог всегда с тобою. Это обещание Он дал для нас. И отмечая праздники Рождества, которые вот-вот уже прошли по всей русскоговорящей стороне этого мира, знайте, что это обещание Мессии было дано для каждого верующего человека. Написано, что наречешь ему имя Иешуа, что значит Спаситель, ибо он спасет народ свой от грехов. Как бы плохо тебе ни было, что бы ни происходило в твоей жизни, хочу, чтобы ты знал, что Бог обещание свое исполняет. Он хочет, чтобы ты знал, что Он всегда с тобой, Он спасет тебя. Иегова Ниси означает «Господь мое знамя». Это знамя сегодня над тобою, Он покрывало твое. Он тот, кто хочет благословить тебя и дать тебе благословение. Если враг придет к тебе, как река, дуновение Господа прогонит его. Исайя 59:17. Иегова Ниси. И если придет враг, как река, Господь прогонит его. Это обещание, которое сегодня для тебя, пускай будет откровением, что Бог всегда с тобою. Иеремия 51:10 говорит, Господь вывел на свет правду нашу. Пойдем и возвестим на Сионе дело Господа Бога нашего. Пойдем и скажем, что Бог сделал. Пускай в это время, время постпраздничных будней, станет для тебя победой. И в этот прекрасный день, 9 января, ты знай, что Бог, Он есть Бог Иегова Ниси, покрывало. Он есть твое знамя любви, и Он прогонит твоих врагов. Что бы ни происходило, знай, что Бог всегда с тобою. Аба, я прошу тебя, если сегодня враги постали против наших близких и родных, Господь, будь нашей защитой. Ты обещал это. В Иешуа Мессии ты исполнил. Призовите ко мне, и я услышу вас. Господь, ты призовешь свое спасение. Ты дашь свое спасение. Иегова Ниси, ты Бог моего спасения. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.